Передовиков производства первого рода управления чествовали накануне Дня химика. В торжественном мероприятии принял участие глава района. Анатолий Ладыга выразил уважение к труду химиков, благодаря которым сегодня производится высококачественный продукт, который ценится во всем мире. Председатель вручил труженикам благодарности Солигорского райисполкома и Солигорского районного совета депутатов. Со словами благодарности к труженикам обратился и Олег Черкас, заместитель генерального директора по производству открытого акционерного общества «Беларускалий». Продукцию «Беларускалий» знает во всем мире. Да, это так. И вот производят эту продукцию вот те работники, которые находятся в этом зале. Ну и те, которые сегодня на смене, да, у нас производство круглосуточное. И для Беларускалия День химика, он, наверное, шире, чем общепринято, потому что у нас химики – это и технологи, и обогатители, и ремонтные службы, которые тоже прилагают максимум усилий для того, чтобы произвести качественный продукт, который действительно знают во всем мире и, что не менее важно, ценят во всем мире. За многолетний добросовестный труд и высокие производственные показатели были награждены труженики первого рода управления званиями «Заслуженный ветеран труда». В центре внимания также трудовые династии. Роман Грески работает на предприятии вот уже 15 лет. Впрочем, как и все члены семьи, «Беларускалий» для них не просто работа. Представляем мы сегодня династию, награждаемся семьей. Теща у меня, жена любимая, отец уже на пенсии, тоже работник «Беларускалия», заслуженный ветеран, дедушка заслуженный ветеран. И мы все стараемся повторить их достижения на работе. Любим свою работу, выполняем свой рабочий долг, потому что положено так, у нас культура такая в производстве. Музыкальным подарком для передовиков производства стало выступление творческих работников открытого акционерного общества «Беларускалий».